Занимать первые места на городских, областных и всероссийских соревнованиях Александру Карасеву не в новинку. В свои 10 лет он упорно тренируется и отрабатывает упражнения на выносливость, силу воли и меткость ударов. На всероссийском турнире по боксу в Заречном Александр Карасев в очередной раз подтвердил титул чемпиона и стал победителем в своей весовой категории. Были очень сложно в последнем бою, потому что он был у меня выше на голову, а я победил из-за того, что мне помогал тренер своими подсказками. Каждый боксер ставил перед собой цель – победить соперника и привести домой награду высшей пробы. В этом году Александру Сущевскому справиться с поставленной задачей не удалось. На турнире имени Михаила Проценко молодой человек занял 3-е место. Спортсмену не хватило всего лишь несколько очков до заветной победы. Обидно, как бы на меня все надеялись, что я займу там 1-е место, выполню там кандидат на мастера. Ну, во всем бывает свое огорчение. В следующем году постараюсь привести сюда, в наш город, 1-е место. Все-таки взять кандидат на мастера спорта. Всего в турнире приняли участие 15 команд из 9 регионов страны. За титул чемпиона боролись более 200 спортсменов. Соревнования дают боксерам возможность проверить свое мастерство, отработать новые комбинации и испытать тактические приемы в поединках. Эти соревнования, я бы сказал, очень высокого уровня. Есть что посмотреть, чему поучиться. В первую очередь для меня я хочу также организовывать такие же здесь турниры, на таком же уровне, приглашать гостей. Поэтому есть чем поучиться и, соответственно, такой богатый опыт хороший. Сегодня саровские спортсмены готовятся к очередным всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Рязани 20 ноября. А уже в начале декабря они отправятся отстаивать честь города в Тольятти. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров 24.